сегодня у нас завершается первый этап проекта «Губернаторская сотня». В проект подали заявки 717 человек, чего мы, честно говоря, не ожидали. То есть вы сами представляете, всего нужно выбрать из этого количества 100 человек, а подали уже 717. Поэтому проект будет долгосрочным, и мы не остановимся на выборе 100 человек в этом году. Продолжим эту работу в следующем. Что касается того, что как я оцениваю это, я оцениваю очень положительно то, что такое огромное количество людей заинтересованы в том, чтобы улучшить жизнь на Ямале. Ну, даже не в смысле улучшить жизнь, а предложить для ямальцев какие-то новые проекты, которые будут востребованы. Когда мы этот проект начинали, мы не думали, что будет такое огромное количество. Я считаю, что это замечательный, просто беспрецедентный случай.